Ударный гайковерт с бензиновым двигателем Vessel GT3500. Назначение и область применения. Ударный гайковерт с бензиновым двигателем Vessel – это высококачественный ручной инструмент, предназначенный для сборки и разборки жестких резьбовых соединений при производстве работ на железных дорогах и различных строительных площадках. Благодаря наличию двухтактного двигателя внутреннего сгорания, гайковерт идеально подходит для работы в удаленных районах в условиях недоступности источников электропитания. Именно поэтому гайковерт Vessel широко востребован на железных дорогах. Vessel прекрасно отворачивает и заворачивает клеммные, закладные и стыковые болты. Максимальный размер затягиваемой резьбы 52 мм, что соответствует гайке под ключ на 80. Преимущество. Мощный. Двухтактный двигатель повышенной мощности при малом объеме 46,5 кубических сантиметров. Максимальный размер момента затяжки 1700 ньютон-метров, что помогает отворачивать даже сильно заржавленные или смерзшиеся соединения. Это обеспечивает высокую производительность и эффективность бензогайковерта. Легкий. Вес всего 19,5 килограммов. Обслуживается одним человеком. Его удобно держать. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват и удобство в применении. Универсальный. Vessel также предназначен для засверливания отверстий в шпалах под путевые шурупы и последующей их затяжки. Для этого в комплекте с Vessel поставляются специальные насадки, поэтому ударный гайковерт с бензиновым двигателем Vessel в состоянии заменить такие дорогостоящие инструменты, как КШГ, КПУ, ШВ-2М, любой пневматический гайковерт и бензодрель для сверления шпал. При этом по основным техническим характеристикам Vessel имеет существенные преимущества. Он мощнее, легче и компактнее. Таким образом, бензогайковерт Vessel – это функциональный, производительный и надежный инструмент японского качества. Бензогайковерт Vessel – это уникальная возможность оптимизировать материальные и трудовые ресурсы вашей компании.